Муниципальный детско-родительский форум, простыми словами о главном, собрал около 150 участников – детей, родителей, гостей, педагогов – в стенах школы номер 14. Мероприятие прошло в Сарове во второй раз. Цель форума – объединить семьи в одном общем деле и узнать новую полезную информацию о движении первых. Одними из организаторов форума выступили представители родительского сообщества «Родные и любимые». Отдельно хочется отметить площадку, которую организовали родители, являющиеся участниками родительского сообщества «Родные и любимые». Эта площадка организована исключительно силами родителей, их идеи, их материалы, их подготовка для ребят. Вот эта площадка является тем объединяющим моментом, который, наверное, выступает лейтмотивом сегодняшнего форума. Площадка называлась «Создавай и вдохновляй». Родители провели для ребят мастер-класс по изготовлению игрушек, пальчиковых кукол из вторсырья. Дети делали черепашек, мишек, лягушек, лисичек, а родители помогали, направляли и подсказывали. Кроме этого, в рамках форума работали еще 5 площадок. Для участников площадки «Служи Отечеству» организовали выставку военного снаряжения. Ведущие познакомили ребят с деятельностью военно-патриотических клубов и предложили разработать инициативы событий в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Еще одна площадка для ребят, которые увлекаются волонтерством. Сегодня вместе с руководителем ресурсного центра «Добро.ру» они будут погружены в интерактивные мероприятия. Я так думаю, что это будет очень полезным для ребят, потому что сейчас актуально иметь волонтерские часы, которые помогают для поступления. Именно этот вопрос тоже будут затрагивать ребята в рамках этой площадки. На площадке «Будь здоров» участники познакомились с историей ГТО, провели спортивную разминку и сдали норматив. ГТО. Участники видеосалона «Магия доброй истории» посмотрели и обсудили фильм «Хайди» или «Волшебная долина». Для родителей организовали отдельную площадку. Сегодня для родителей открыта своя площадка. Тема «Против буллинга». Родителям дадут рекомендации, как себя вести с ребенком, который попал в непростую ситуацию. Какой настрой, какая поддержка. Какие механизмы реагирования – все это будет проговорено сегодня на площадке «Против буллинга». Форум стал хорошим толчком обсудить важные вопросы в семейном кругу, поделиться своими открытиями и мнениями. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».